Снова всем welcome, это снова я, и это Нарита, второй терминал, куда прилетают все самолеты, грубо говоря, информациональные. Вот, и, в общем, после выхода из вот этого вот выхода, вот, вам нужно повернуть на правую сторону, вот туда вот, где написано терминал 3, но повернуть и пройти вот на поезд. Конечно, есть как вариант, значит, узнать вот информацию или купить билет на этот самый автобус. Но лучше вот на поезд. Вот такой значок. Вот показано в подвал. Okay. Вот мы едем вниз, значит. После того, как вы спустились, значит, вот там показано поезда сюда. Значит, там у вас будет три поезда на выбор. То есть первый это Nex. Это Narita Express. Вот, значит, он находится вот с правой стороны сразу же, вот этот красный вот этот вот значок. Вот. Потом второй вариант, это вот Skyliner, вот такой вот поезд, вот такой вот синий, длинный. Цена на Skyliner 2400 йен, на Nex 3000 йен, 3-3,5, там в зависимости от куда вам надо. Значит, и обычные поезда, вот обычные, это вот Access Express, Keisei Narita, и Keisei обычный, который идет. Только главное не перепутать, там их два, один идет, например, на Ниппори, а другой идет на, значит, как она называется-то, в Ханеду, в другой аэропорт. В общем, вот нам надо вот Уэна, к примеру. Уэна это конечное, то есть то, что нам надо. Чтобы на нем проехать, это самый дешевый способ. Красные вот эти поезда, желтые, это чуть подороже, там 1200 йен, красный 1000 с небольшим йен. Значит, чтобы на нем проехать, значит, нужно пойти вот туда, вот к терминалам и купить себе карточку PASMO. То есть, сейчас я вам покажу, как их покупать. Вот, покупаются они здесь. Конечно, здесь всякая вот, по-японски всякая лабуда написана, но это, в общем, вам не особо надо, вам нужно вот PASMO. Тут он что-то там шпрехает, но неважно, в общем, кликаем вот по 500 йен. Ну, здесь вот пишите, то есть просто имена, вот без имени или имена, вот имена это, ну, тут, то есть заполнять надо. То есть без имени обычно берем, вот. Они спрашивают, сколько вы хотите там это, чардж сделать. Вот. Ну, там говорите, например, ну, там 1000 йен, к примеру. Вот. Он говорит вам это самое, туда положить, то есть 1500 йен за карточку за саму. То есть, например, мы кладем туда вот 1000, ну вот сюда вот засовываем, вот 1000 внизу. И еще, значит, вот 1000. А, вот, то есть, ну вот мы получили карточку, чистая карта, вообще на ней ничего нет. Теперь я покажу, как на нее пополнять, то есть, как пополнять. Просто берем, засовываем карточку. Вот, сейчас на ней там ровно, грубо говоря, где-то 500 йен, по-моему. Да, вот, 500 йен на ней. Он говорит, выберите сначала, какое количество денег хотите запихнуть. Ну, например, 1000 йен, у меня вот 1000 йен. Ну вот, и опять же вниз сюда вот ее закидываем, 1000 йен. Или вот монеты сюда вот по 500 йен. Засовываем их карту. Опять же вытаскиваем карту и все. Вот на ней теперь вот 1500 йен. Все, теперь с этой карты можете ехать на любом поезде. Вот, то есть на любом поезде, на любом этом самом. То есть вот здесь карта висит. Карта висит, и на ней, значит, написано расстояние и цена до определенных станций, куда вам надо там доехать. Вот. Убираете, то есть и едете. Вот туда, вот на тот поезд. Ну все, всем счастливо. С вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео. До связи.